Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Dead Space 2. Мы находимся в самой клоаке, в технических помещениях этой колонии. Здесь, с одной стороны, круто. Я люблю здоровенные механизмы. А с другой стороны, здесь плохо, потому что здесь много недоброжелателей. С когтями, зубами, каких только нет, в общем. Ну ладно, зато у нас здесь девочка хорошая. Хорошая такая, хорошая девочка. И дружок. Так что давайте выдвигаться. Так. Сохранимся на всякий пожарный. Это у нас сейчас в последнее время что-то часто рвать стали. При том, что я свой X достаточно неплохо так прокачал. Так, наведем порядок маленько. Так вот. И давайте выдвигаться на топливный гидравлический башня. А, понятно. Топливный гидравлический башня. Огромное помещение производственное. И глава 9 начинается. У нас нет аптечек. Это печально. А нам предстоит подъем куда-то вон туда. Тихо, тихо. Ой-ой-ой, ну вот. О, офигели, что ли? Да ёлки-палки, какой у меня шанс был против них? То есть... О! Только не падай, только не падай. Ох, блин, я думал, аптечка. Так, ну что, замечательно. Хорошее начало серии. Если бы я только знал. Если бы я только знал, я бы тут столько мин понаставил. Ну да что теперь причитать? У нас жизни на один удар, даже меньше. Патронов у нас 68 штук. Я манал. Так, ну и по итогам, что мы имеем? Нам нужно добраться вон туда. Для этого нам нужно пройти тут. А для этого нам нужно обезопасить. Вот так. Вот так. Так. И вот так. Просто чтобы увеличить свои шансы. Если она сейчас детонирует, когда я буду рядом, это будет печально. Она сдетонирует. Это была, по-моему, самая тупая, но при этом зрелищная смерть. Ладно, теперь мы знаем, что он оттуда выйдет, и теперь мы знаем... Так, где мы вообще появимся сейчас? Это, по-моему, первая моя насильственная смерть в этой игре. Скотобазы. Тут же вылезает один из них, да? Давайте, полезли. Куда бы еще одну присобачить? Куда-то вот сюда. Блин, слишком близко.
так, я думаю, нормально будет. Так, все, приготовились. Минус. Придурок. Давай, давай, иди сюда. Блин, еще одна есть. Хорошо. В этот раз все прошло получше, да? Только у нас, конечно, ништяки все разлетелись. Кто куда. От этих мин. Но предупрежден, вооружен. Они ничего не смогли сделать. В принципе, не так уж и мало, не так уж и много потеряли. Просто рвет их мне эта мина в клочья. Так, у нас последняя мина. Давайте поставим ее. А тут сейчас будем пилить. Пилите, Шура. Нормально. Так, ну что еще тут может быть? Пардон, я засмотрелся на вашу. Так, ладно. Ой, только не вы. Ты не один там? Да сколько вас там, ёлки-палки. Еще идут. Уф, пакость. Все, нет. Для чего, интересно, это? Очистка воздуха? Воздуха, наверное. Так. Хорошо. Вроде бы более-менее спокойно так добрались. Могли бы, конечно, и получше. Там у нас никого не видать, да? А чё не взорвался? Ладно, допустим. Там твои подружки есть какие-нибудь, нет? Есть. А, это эти мелкие. Тоже неплохо. Ты одна тут такая была? Нет. Так, хорошо.
не все коту масленица. Бывают и такие вот напряженные моменты. Так что пока что все нормально. Нас рвут, а мы крепчаем. Судя по всему, не вышло ничего, и он застрял в стуле. Какая страшная смерть. Так. Нам сюда, похоже. Что за классический костюм? 40 тысяч. О, да у нас, скорее всего, не хватит. Даже так. Нет, ни в какую не хватает. Будем копить? Будем копить. Вот так, я думаю, нормально будет. Скоро уже. Скоро купим. Давай! Блин. Тваря. Вот. Мне говорят, ты много перезаряжаешься, много перезаряжаешься, постоянно нажимаешь кнопку перезарядки. Лучше бы, блин, я в этот раз был перезаряженный, чем не перезаряженный, верно? Это, по-моему, наглядный такой показатель того, что я-то... был прав. Но зато их всех одной мины порвало. Размен получился неплохой. Хотелось бы, конечно, вообще без размена, но... Лифт хранилищем высокого давления. Внимание, взрывоопасно. Ладно, я буду внимателен. О, плохо. А, ну ладно. А я подумал, сейчас уже погибать будем. Так, расшибающееся стекло. Хорошо. Офигеть, что там? Смыл в унитаз этих сволочей. Чуть не дать их. Ну ладно. Я думаю, им понравилось, да? А там уже правительственный центр. Хорошо. Силовой узел. Отлично. Жалко, силовые узлы нельзя продавать. Они так много стоят. Так, это... Ладно. Неплохо получилось. Эти штуки меня, конечно, спасают. Все, вроде больше ничего. Так, а что такое? Понятно. БЖД. По-моему... Это все не очень хорошо, да?
Ой, только не ты, а ну. Ой. Вот, отлично. А, тут еще что-то есть. Тихо. Топливо огнемета, говорите. Не помогла им эта баррикада, как я вижу. Не поможет и мне, судя по всему. Так, у нас есть один выстрел. Отлично, мы его просрали. Так, ладно, хватит патроны просирать, по-моему. Но я не знаю, как мне с ней воевать тут, они же меня убьют просто сейчас. Просто убьют. А если... Вот так, даже... А, блин. Эй, ну... Не подводи меня в такие моменты, пожалуйста. Сейчас мы себе небольшую баррикаду сделаем. И из-за нее будем в них стрелять. Ну, как-то так. А, скотина. Вот, ну что ты будешь делать? Хорошо. Что-то да выходит, да? Тихо-тихо, ребята. Блин, я не вижу, куда стрелять. Больно. Смотри, жива еще. Все, готово. Так, все, они не умрут через время, по-моему же нет. Ладно, нормально. Патронов много ушло. Но ничего не поделаешь. Хорошо. Блин, ты жижа на полу? Сплошное мучение. Я надеюсь, ты не взорвешься от того, что мы поедем. Так, уй! Твою мать!
Ух, блин, а. Я слышу. Твари, а. Всю душу из меня вытрясли. Скотина. Да уберись ты отсюда. Блин, сложно стало, сложно. Но, в принципе, вполне реально. Я справлюсь. С патронами, конечно, все тяжелее и тяжелее становится. Не буду отрицать, это очевидно. Так. Я все вижу, ребят. Я просто осматриваюсь. Второй бы еще такой же. И с той стороны переградить и спокойно заниматься своими делами. Но мечты, мечты. Так, ну ладно. Вот у нас механизм. Три недостающих детали. Первый пошел. Второй пошел. Ой, пардон. Блин, мне уже слышится из этого огня разные неприятные вещи. Так, ну и где третий? А, ну вот же. Скотина, ненавижу. И третий пошел. Спокойно все. Сохранимся. Пока дают возможность, почему бы и нет. Ну и попробуем, что. Так, скажешь, страх. Все нормально, ребята. Все нормально. Так, ладно. Ладно. Это было ожидаемо. Хотя, конечно, мои мины мне тут не сильно помогли. Больно уж крепенькие твари. Ну да ладно, поднялись. Живые. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Так, ну включить нет. Айзеку все тяжелее, похоже, справляться со своим душевным расстройством. Так, простите, ребята, я просто упущу. Стоят, ждут меня. Ну, заходите, ладно. Stop staring at me! Stop it! Relax! Isaac, we have to get out of here. Right. Let's go.
That's the Ishimura. Да, мы увидели уже только что. Used to be the pride of the CEC. Sad story, actually. I heard everybody on board died. Some sort of terrorist attack. What? Terrorist attack? What happened aboard that ship was no terrorist attack. What do you mean? That's where all this started, Ellie. Everything that's happening here happened on that ship. I saw it. I was on board when it happened. Hey, what's happening? I don't know. Something must be blocking the track. Stay here. I'll take a look. Ну, конечно же, как проблема, так решать их нам. А... Судя по звукам, нас там ничего хорошего не ждет. Можно приготовиться. Там курочки, по-моему, да? А у меня мин практически нет. Ну да. Ненавижу. Как же я ненавижу. У меня патронов нет, чтобы с ними справляться. Что я буду делать? Тут вообще-то более правильно было бы сказать, не мы заблудились, а мы пропали. Ну, тяжело или пришлось. До встречи с Айзеком. Где же вы, твари? Да нет, не так. Пойдем. Интересные штуки на них действуют, нет? Ну давай, тварь, беги, беги туда. Молодца. Минус две. Так, все, теперь. Давай, молодца. Минус три. Минус четыре. Нет, это минус три, по-моему. Одна окончательная пришла. А вот теперь начинается самое интересное. Она тут, что ли? Да нет, вроде. Патрон еще надо тратить.
Ну где же вы, твари? Вот он где, хардкор-то попёр. Кто-нибудь что-нибудь видит? Я ничего. Да они там где-то, он за углом. Тихо. Блин, в эту игру не надо в хороших наушниках играть, потому что со всех сторон движение. Нравится? Так, ладно. Это было неплохо. Еще есть, смотри. Я тоже расслабился. Отлично, ой, ты моя хорошая. Как я по тебе соскучился. Почаще ко мне, ладно, приходи. Дорогая ты моя. Вот, отлично. Блин, как все-таки сложность все изменила. Каждому патрону радуешься. Интереснее играть стало раз в 10, наверное. Челлендж появился. А то ходил как терминатор. Саракона. Есть. И там бах-бах-бах в лоб. Блин, а. Тварь, а. Вышла оттуда. Сволота. Блин, вот ты за угла упрыгивает, а. Хорошо, так он мне долбанул. Грудак чуть не расшиб, чуть ребра не поломал. Ёкарный бабай, ну, вот, ну... Что за порнография? Мне точно сюда, а? Я не хочу туда идти. Это ж такой геморрой. Так, ну тут все-таки нарвался кто-то, да? Хорошо. Кто? А, там простреливается? Да. Эй, куда патрон пропал? Только что я видел. Верните патрон мой. Патрон мой верните. Да на кой хрен мне твоя рука? Ладно, кинули меня на патрон. Надо жаловаться. Ой-ой-ой, сколько вас тут. Да блин, блинский. Ну хорошо, допустим.
Где мои патроны? Тут же лежали. Патронов вообще на нуле. Нужно покупать. Я обойдусь без костюма, видимо. К топливному суперхранилищу. Аж прям супер. О, плохо. Вот вас только не хватает, а? Патрон, блин, вы беззащитный, но патрон на вас тратить. Бурк. Блин, какая пакость. Да, это было тупо, я признаю. Тупее некуда, и теперь у меня нет жизни. Это, по-моему, самое тупое мое действие за последние... сколько? Да, у нас определенные проблемы. Сейчас все деньги придется потратить на патроны, на аптечки. Ой, чуть не заметил. Ой, ну. Да насрать уже. Да, в таком бедственном положении я еще ни разу не был. Скотина. Три патрона, офигеть. 37 тысяч, а ведь почти хватает уже на костюм-то наш классический. Только где он? Я его не вижу. Так, ладно. Купим вот это. Две вот таких. Придется потратить все деньги на это. Кстати говоря, я же там продать что-то мог хорошее. Я надеюсь, там за поворотом сейчас не окажется, что у нас верстак, на котором тупо можно было X прокачать, и жизни бы сами восполнились. Уф, ну чё, погнали. Твою мать. Элли, there's a giant tentacle blocking the transport door. It's wrapped around a big tank. A big tank? Nitrogen trichloride. Those explode if they overheat. Perfect. Так, что я делаю? Ага, понятно. Больше пока швырять нечего. А, вот. Пожалуйста. Еще пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Ох, рвануло так. Везет.
Так, что-то не очень мне туда охота. По-моему, там вообще ничего хорошего не будет. Ну ё-моё. Тихо, ребята, тихо. Давай, 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 не тупи. Все, валим, валим, уходим. С вами хорошо, без вас ощутимо лучше. Офигеть. Давай, 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 нас накрыло уже. Офигеть. Ну ушли, конечно, как в кине. In another situation I might admire your persistence, Mr. Clark. But this is bigger than you and bigger than the lives of everyone on this station. Sir, final preparations for the attack are wrapping up. Looks like it ends here. At this point, it's all just dead weight. Isaac, what did he mean? What did he mean when he said dead weight? He's using the solar beam. We gotta stop the transport now. Oh, shit. Bah. He's cut the station in half. There's no track to get across on. Back us up. Back us up to the station. What? Why? Just do it, Ellie. Hurry. The Ishimura. If the gravity tethers are still functional, I can... You can snag GovSec and drag it back? Isaac, this is ridiculous. If I can line the tracks up just for a few seconds, you should be able to get the transport across. Stay ready. And take care of Strauss. Isaac, no. This is a really bad idea. I'll stick around. I'm full of bad ideas. Да, офигеть. Вот это поворот, да, ребята? Мы возвращаемся на Ишимуру. Ишимура. И здесь мы закончим эту серию. Ишимуру оставим для следующей, потому что события, я думаю, уже на один раз... вполне достаточно. Мы неплохо справлялись, конечно. Получали тоже неплохо, но, как говорится, нас бьют, а мы крепчаем. Ну, там не так маленько говорится. Но, короче говоря, мы возвращаемся на Ишимуру, поверить не могу, блин. Посмотрим, насколько там все изменилось после того, как прошло 2 года. Прохождение, блин, просто, не знаю, как-то вообще очень-очень нравится. Надеюсь, вам также. Спасибо за просмотр, увидимся в следующей серии. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.